Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время без 15:10. Я еду в город. Мне надо Егорушку сводить в парикмахерскую. Он уже весь оброс. Правда, сейчас возможности нет, но все равно надо сводить. 250 рублей, не так уж и много. Ну или 300, не знаю сейчас сколько будет. В целом едем в город по делам. Плюс надо еще Валберес заказ забрать. Приехала я уже в город. Смотрите, тут у нас фигуры привезли. Будет в парке делать там медведь, еще один медведь и вот этот лось. Фигурки привезли, будет ставить, видимо. У нас свои тут медведи бегают по городу, а тут искусственных привезли. Олень или лось. Так, я жду Егора. Сейчас у Егора закончатся уроки, он подойдет, и мы с ним пойдем в парикмахерскую. Пока пойду деньги сниму с карточки. Специально оставляла ему для стрижки. Так, дорогие мои друзья, оставила Егорку в парикмахерской. Сама иду в Валберес на забрать заказ. Я там картину по номерам заказывала для Маши и для Оксаны. Ну, такие легкие, несложные. И кисточки для рисования картин, которые Вера прислала. Потому что там кисточки плохие. Мы заказывали, по-моему, они лошадиные, что ли, какие-то такие кисти. Не знаю, короче. Из пони. Ладно, иду за заказом, потом мы идем к Егору обратно в парикмахерскую. Все, идет мой мальчик. А где твоя шапка? Ну-ка повернись задом. Ну, в принципе, в этот раз нормально тебя постригли. В этот раз? Да. Первый раз тоже было хорошо, но тут уши, правда, тебе плохо сделали. Ладно, идем. Пошли туда. Сейчас надо будет скоро Оксану идти забирать уже через полчаса. Ладно, идем погуляем. Через полчаса? Смотрите, ребята, уже раскрыли. Сейчас я вам вон, можно на... смогу. Вон тот вот. Вон там еще и это. Лось. Не лось, а олень. Ты. Прикольно. Красиво. Я говорю, у нас свои медведи бегают, да? Все, идем за Оксаной в школу. Сейчас у нее как раз Оксана и Тёмыча надо забрать. Уроки заканчиваются, и потом поедем домой. Покажем все покупки. Все, что сделали. Да ты в маске, тебя даже не видно. Один нос торчит длинный, твой острый носик. Ладно, идем в школу. А то дождик чуть-чуть моросит. Все, ребята, мы с Оксаной уже приехали домой. Оксана, скажи всем привет. Привет. И идем. У нас тут, как всегда, на повороте лужа образовалась. Озеро целое, да, Оксана? Угу. Целое озеро на повороте. Ладно, идем домой. Зашли в магазин, купили хлеб, молоко и идем до дому. Все, пришли мы, ребята, домой. Сейчас покажу, что я купила сегодня в городе. Там на рынке сегодня продавали мед. Я все пытаюсь мед купить. Но вот когда они приезжают, у меня в это время денег всегда не бывает. И вот я никак не могу купить мед. Ну, не в этом суть. Кто-то Егора попросил меня вот эту вот взять. Халва. Какая-то там шоколадная. Шоколадная, наверное. Егора, это какая халва? Ну, вот какая-то вот такая вот халва. 100 рублей баночка. Мы взяли на пробу, чтобы детки все попробовали. Дальше купила щетки, пока 4 только, 170 рублей за упаковочку. Также Оксаночка тут стоит, ждет. Да, Оксана, иди сюда поближе, сейчас буду я тебе показывать, потому что которая... Оксане мы заказали вот такую вот раскраску. Она хочет научиться раскрашивать, да, Оксана? Там внутри красочки и кисточка. И вот такая вот русалочка. Смотри, тебе нравится? Угу. Она все хотела с чем-то хотела? С единорожкой. С единорожкой, да. Но там с единорожкой не было, поэтому мы ей вот такую вот заказали. Она раскрасит, потом покажем вам. Мы потом вместе с тобой сядем и раскрасим, хорошо? Угу. Так, дальше Машеньки мы выбрали пока вот такой вот, но она еще не выбрала, еще будет смотреть потом себе другие. Они хотят тоже по номерам раскрашивать, но небольшие сюжеты. Поэтому вот так вот. Пока такой вот у нас я выбрала сюжетик. Ну вот на картинке, видите, на цветной видно. Дальше. Да, я знаю, что сейчас многие скажут. Настя, ты опять набрала все то, что тебе не надо. Это я деткам взяла. Ну и себе, конечно, я уделила 50 рублей, потратила вот на такую вот схемку. Спасибо.
лошадки. Да, лошадки. Бисером вышивается. Тут быстро вышивается. Красивая картинка. Они будут долго вышиваться. Нет, ну у тебя рисоваться будет. Потом дальше мы взяли вот такие вот кисточки для нарисовки картин. Тут разные они. Они, знаете, из чего? Ой, сейчас подождите. Где-то было написано. Для детей старше 5 лет набор кистей для художника. Так, из синтетики 3 штуки, из ворса пони 1, 2, 3, 4, 5 штучек, из щетины 2 кисточки. Тут вот, видите, показано прямо. И цена у нее что-то 250 рублей была. Но у меня ребенок просила, Светик просила, я заказала поэтому. Дальше, тут у меня пришел, наверное, мой органайзер, который... Да, здесь пришел вот такой вот органайзер для вышивания на 30 цветов. Ну, у меня такие уже я с Алиэкспресс заказываю, но тут что-то быстрее. На пробу посмотреть, как и что. Дальше я заказала фруктозу делать, чтобы молочные коктейли. Деньги будут, купим все для молочных коктейлей, да, Ксена? И будем пить с фруктозой молочные коктейли. Дальше мы это наполнитель для животных мы заказываем. А, да, купила зубную пасту. Егорка попросил, у нас заканчивается зубная паста, поэтому взяла. И... А? Я сейчас попросила мне зубную пасту. А, ты еще сюда просил. Вот такие вот держатели для кружек. У меня уже одна такая висит. Я еще заказала 2. Такие удобные очень. Дальше. Зашла в магазин, купила маковый хлеб. Что тут? Их 3 штуки таких маковых хлеба. И 2 литра молока. Вот в целом все мои покупочки. Вот такие. Вот такие вот у меня покупки. Пишите, как вы думаете насчет всего этого. Я знаю, что много опять будет таких комментариев, что вот зачем вы это детям купили. Ну, мне дети попросили, я им взяла. Что случилось? Кто-то написал купить булочку. Света, наверное, как всегда написала купить булочку. Она у нас обычно так пишет. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас был небольшой день. Сейчас все это разберем, попьем чай. Чайник у нас сгорел, блин. Ты не пробовал включать? Сейчас попробую еще раз включу. Ой, ребята, извините, я вас немножко вот так вот приподниму. У нас чайник сгорел, блин. Сегодня целый день пытаюсь включить его, никак не включается. Не срабатывает. Что случилось, не понимаю. Тут, смотри, вот что-то подплавилось. Видишь? Наверное, сгорел. Так это... он сгорел, ну. Нет. Он у нас стек сначала. Все, теперь без чая остались. И чай даже не попить. Аж зла не хватает. Ну, в конце месяца зарплату. Егор пишет. Егора постригли, да, многие спрашивают, сколько стрижка для мальчика стоит. Но вот сегодня мы постригли его, мы заплатили 300 рублей. Ему еще и там голову, да, помыли. Первый раз, когда стриглись, тебе не мыли голову, да? А сегодня голову помыли. Он аж так засмущался. Когда ему сказали, давай пойдем голову помоем, он аж засмущался так. Непривычно, да, что кто-то тебе моет голову? Не засмущался. Не засмущался? Ну, непривычно, да, что кто-то тебе я голову... Я был рад, что дома не придется мыть голову. Ты из-за этого был рад? Да. То, что голову не придется дома мыть. На магнитике она. Не так ты ее повесил. Что делать с чайником-то? Теперь чай не попить. Вы в курсе? Да. Кипятильник... А, блин, кипятильник-то Ильюша с собой в Соликам забирал. Блин, а кипятильника нету даже. И что делать? Ну, а это можно? А на печку затапливать сейчас. Такие маленькие, это стоит 2? Ну. Так, ясно. Значит. Так, ладно, дорогие друзья, сейчас что-то придумаем. Да. Оставайтесь с нами. Да. Сейчас попробуем воду разогреть, наверное, в микроволновке пока. И печку будем, пока печка растопится, потому что долго придется ждать.
Сегодня еще, знаете, что сделала? Зашла, мне надо было заплатить за землю. Я в том году не оплатила, потому что денег не было. И у меня получается так, что мне сейчас в этом году надо оплатить аж 4000. Чуть больше 4, по-моему. Я сегодня зашла, 2000 оплатила. И у меня пришли два письма. Налог на Машу и налог на Ильюшу, по-моему. Она тоже будет до конца месяца оплатить. Многие спрашивали, приходят ли мне налоги. Обязательно, ребят, приходят. Я такой же налогоплательщик, как и вы. Так что вот такие вот у нас новости. В Инстаграме, да, я сделала опять новое голосование, какую следующую вышивку мне начать вышивать, потому что мне все равно надо как-то это... Я на ней успокаиваюсь, поэтому многие спрашивают, Настя, зачем ты вышиваешь? Блин, да мне когда я начинаю психовать, я беру вышивку, я успокаиваюсь. И поэтому вот так вот. Ладно, дорогие друзья. Сейчас буду печку растапливать. На этом видео, наверное, сегодняшнее я завершу. А, да, многие спрашивали, сделала ли я бэкстич или нет. Нет, еще, ребят, еще ничего не сделала. И многие переживают, что вот я белый фон не зашила, что синие кубики останутся. Нет, ребят, это все отстирается и останется чисто белая канва. Это растворимый нанесенный рисунок для того, чтобы разметка, короче, для вышивальщицы. Вышивальщица поймет, а те, кто не вышивает, тем, конечно. Но это все смоется, так что потом будет красиво. Я вам потом покажу, когда я ее выстиру, я вам все это покажу. Так, ладно, на этом хочу с вами попрощаться, пожелать вам всем крепкого здоровья, берегите себя, берегите своих близких и родных. Ну и всем пока-пока.